Ну что, друзья, вот и настало время идеального, дикого, ужасного рандома в игре, которая называется Deterministic Dungeon. Надеюсь, вы ее помните, а люди, которые ее не знают, блин, вы счастливые люди. Я вам завидую. Зовут меня Перпетум или же Александр. Всем доброго времени суток, уважаемые друзья. И если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете сделать это с помощью лайков. А еще вы можете порекомендовать в комментариях какие-нибудь игры или, например, флешки, которые мы с вами сможем еще поиграть или, например, вспомнить. Эпоха Флэш уходит потихонечку, и я хочу насладиться ее последними месяцами жизни по полной программе. Итак, надо бы создать себе персонажа. Ну, конечно, персонаж здесь зависит конкретно от рандома. Кто бы мог подумать? Ладно, давайте, ну, пускай будет. Какой-то кривой. Мне, походу, игра выдала самого не очень красивого персонажа. Имя, как его будут звать? Его будут звать Денекин, во, ну это уже неплохо. Выглядит он стрёмно, зовут его тоже стремновато. Короче, рыжий, смелый рыцарь по имени Денекин. В игре Deterministic Dungeon by Pestaforce. Классный чувак, делает классные вещи. Ну что, куда отправимся? Налево или вниз? Ой, направо или вниз? Ну давайте, какая разница? А, так мы сейчас же строим подземелье, точно, я уже, черт возьми, забыл про это, ладно, попробуем так. Ура. Блин, у меня какая-то жесть получается, похоже, не все комнаты будут соединены. Хотя нет, будут соединены все, нормально, нормально. Выход у нас будет располагаться где-то здесь. Опа. А сундук надо бы по центру поставить. Это самое лучшее место. Нафигеть, почти центр. Давно не играл. Реакция уже не та. Короче, друзья, погнали. Сколько врагов будет в этой комнате? Блин, я боюсь нажимать кнопку. Два. Ну, хотелось бы ноль. Так, что за враги будут? Один синий и ппп. Еще один синий. Я не помню, насколько они сильные. Оу, так это старые добрые друзья Смурк и Слаймер. Хорошо, Смурк и Слаймер. Чё? А, мы зашли здесь, так и... Всё, точно. Лестница, ведущая сверху, говорит о том, где мы вошли, а лестница, ведущая вниз, о том, куда мы выйдем. Короче, классное место, все удачно. Ну, давайте, я не знаю, свитков у меня нету, экипировки у меня также нету. Короче, будем просто атаковать. Начнем, наверное, со старины Смурка. Да, дэмэджа не дофига. Ну, пускай будет один. Отлично. One shot, one kill. Следующий удар. Нормальненько. Два опыта уже заработано. Жаль. Оу, количество лута. Блин, вот это будет. Ну, почему ноль-то? Ну, почему ноль? Ну, как всегда, конечно. Ладно, пойдем направо. Там сундук лежит. Там может быть что-то полезное. Хоть бы там бы... Хочу 4 лута. Но сейчас выпадет один. Стопудово. Смотрите. Ну, 2. Неплохо. Так, меч, свиток. Ну, вот прям свиток мне точно не нужен. А вот... Ну, свиток и меч. Хорошо. Что за свиток? Я не помню, что делает каждый из них. Но пускай будет вот зеленый. А меч я бы хотел вот этот. Самый правый, крайний, верхний. Потому что он, по идее, самый толковый. Да. Взял самое хреновое оружие, взял свиток и, короче, пока все плохо, друзья. Пока наш Денекин не слабо так страдает. Нет, я не буду сейчас уходить с уровня, нужно пройти и пособирать шмотки. Вот что мне нужно в первую очередь. Эх, Тримбл, ну здорово, Тримбалил. Что с тобой делать, Тримбл? Я даже не знаю. Так, что значит ботинок? Это выносливость, я уже и не помню. А где моя ложка? Эквип. Вепон, во. Взять ложку. Все, отлично. Я готов. Почему я тогда убрал ложку, я, честно говоря, не знаю. Ладно, будем атаковать. Свиток пока использовать не стоит. Сколько дэмэджа будет? Ноль. Смотрите. Ха! Получилось! Получилось, но все равно этого мало. Какой-то он собака живучий. Надо было...
искать встречи со слизнями. И меньше нужно думать о большом уроне. Когда я думаю о двоечке, я получаю ноль. А когда я думаю о ноле, я получаю двоечку. Нормальненько. Лут, дай два, пожалуйста. Вот прям пожалуйста. Я закрываю глаза и... Серьезно? Да ладно, пошлите вниз. Че тут? Это не мой этаж. Явно мне тут не везет. Все, прям давайте отдадимся полностью рандому. Не помню, как я в прошлый раз проходил эту игру. У меня довольно неплохо получалось. Даже местами. Так, с выход будет, пускай... Вот тут и сундучок где-то рядом со входом, желательно. Ну, пойдет. Как у меня в прошлый раз удавалось реально, ну, убивать и находить нормальные вещи. Там всякие джедайские мечи, топоры, пистолеты, самолеты, все что угодно было. Один враг, нормально. И это будет слизень. В принципе, Транк. Дружище Транк, тебя ж недавно звали совсем иначе. Ну давай посмотрим, что мы будем с тобой делать. У меня есть свиток. Свиток отравления, но давайте используем его. Почему бы и нет, а? Дэмэджа, конечно, не дофига, но... Дофига, слушайте, и он еще и промахивается. Трунк, ну тебе прям, мне кажется, не везет. Вообще тебе не повезло сегодня, дружище. Я даже больше бить тебя не стану, тебя добьет яд. Офигеть, он промахивается, неужто... Неужто он такой же кривой, как и мой персонаж? Он тоже не может выбрать правильную цифру. Дружище, смотрите, я закрываю глаза и... И ноль. Ноль, почему всегда ноль? Давай, игра, давай, давай. Не давай мне вообще ничего, короче, давай. Унижай меня, не люби меня. Сделай так, чтобы я страдал. Закрою глаза, смотрите, вот просто... Один, ну нормально. Закрываю глаза. Нормально, слизняк. Вот сейчас слипер... мне повезло, братишка. И еще раз попробую закрыть глаза и... Один, ну... Ладно. Единиц тоже достаточно, лута. Закрываю глаза. Два? Вау, а вот тут вот можно уже попытаться заполучить что-то толковое. Например, например, два щита, серьезно. Ну и нахрена мне два щита? Деревянный лучше, чем вот этот? Ну, наверное, лучше, раз... 2%, 4, нет, пластиковый все-таки лучше. Черт. Ну ладно, буду выглядеть так. Сейчас еще до сундука доберемся. Может быть, там удастся вытащить какую-нибудь нормальную пушку. Хотя бы меч, а не чертову деревянную ложку. Давай, давай, давай. Порадуй, пожалуйста, игра. На двойке, когда будет, надо, думаю, нажимать, тогда все будет хорошо. Серьезно. Меч, ну пожалуйста. Ну почему не меч-то? Ну, хоть нормальный шлем удалось выбить. Сейчас, может быть, еще получше получится взять. Да, нормально. Так, с 15%, слушайте, нормально. Я буду бронированный, но я буду есть борщ ложкой, а не мечом. Очень жаль. Пошлите вниз. Че там, блин, засиживаться? Хочу ноль врагов. Экс. Экс. Ой, гоблин. С гоблином я еще ни разу не сражался. Ну, в принципе, это гникл, так что... Он не страшный, он маленький, у него... Как эта штука называется? Хотел назвать кунаем. Короче, трезубец обрезанный, вот так я буду его звать. Давай попробуем тебя ударить. Не знаю, сколько у тебя хп, не знаю, сколько урона я нанесу тебе. Единицу, ну понятно. Короче, 2 хп у него суммарно, это нормально. Бывает. Бывает! Ты серьезно, игра? Палец, кому мне обращаться? Дай ударить. Ну, единица хотя бы, ладно. Блин, жестко. Жестко. Это все психологическое воздействие. Надо, короче, целиться в ноль, тогда я в ноль не попаду. Вот что я думаю. Да, и буду попадать в нормальные цифры. Так это работает, по всей видимости. Ну, единица тоже нормально. Давай сюда лут 2. Целюсь в ноль. Вот прям, если попаду в ноль, это будет безумие. Правда? А вот если бы... Хорошо. Хорошо. Окей, Саня. Ты все еще ничего не понимаешь. Ты целишься в двойку, попадаешь в ноль. Ты целишься в ноль, ты попадаешь в ноль. Ты целишься в единицу, ты попадешь куда? В ноль. Конечно. Ты будешь бегать с ложкой до конца своих дней. И где-нибудь вот... Вот так, отлично. Опачки, еще и босс появляется с третьего левела, это неплохо. Нам, ой-ой-ой-ой-ой, нужен ключ, чтобы добраться
добраться до сундука. Это печально. Хорошо. Давайте биться пока. 5 метров хрень гигантская выпадает. Грёбаный трунг. Похоже, сейчас я не смогу добраться до сокровища. Ну, конечно. Давайте тебя сначала убьем. Я... Что я могу сказать? Я не могу ничего сказать. У меня нет слов. Нет слов. Так, ладно. Это первая попытка за много лет поиграть в эту игру, поэтому окей. Думаю, что ничего страшного в этом нету. Двоечка, нифига себе! Вот это удача, вот это успех! Лут! 2 единицы, неплохо. Нужен стопудово новый меч, вот прямо стопудово. Ну не свиток. Ну не щит, ну дайте меч-то, блин! Ладно, усиление урона и новый щит можно попробовать выхватить. Да, получилось. Эх, если бы мне дали возможность оружие, блин, выбрать, наверное, 6? А, ну да, нормально. 4, 2, 6, погнали. Новый щит. Так вот, если бы мне дали хотя бы шанс выбрать новое оружие, я был бы счастлив, но мне не дают даже шанса. Жалко. Как всегда, 2 врага, зато это будут слизни и Тринкет. Ну, конечно, Тринкет, братан. Мы же с тобой лучшие друзья, Тринкет. Мы же с тобой самые лучшие кореша. Мы друг друга любим, мы друг друга уважаем. Мы друг друга избиваем по КД. Ну, конечно, 0 демеджа выпадает у меня всегда. Ты тоже промахиваешься, братан. Я тоже тебя понимаю, тебе тоже тяжело приходится. Двоечка, ну умри. Все, слава богу. Дальше босс, друзья. Впереди нас ждет босс. Опачки. Левел получил. Ну, 1. Отстаньте от меня со своими щитами. Так, ладно, что будет? Ну, давайте, надо биться с боссом. Ой-ой-ой-ой-ой, Джеггернаут. У меня фулл хп, Джеггер. Моя ложка тебя покарает. Использую баф на урон. У меня теперь огненная ложка. Это уже не шутки, но демеджа, конечно, у этого братана прям зашкаливает. Тут надо прям идеально бить. По двойке, тогда победить получится. А в любом другом случае, это прям конец. Да, похоже, он меня отделает просто как щенка. Ну, я не сдавался, я сражался до самого конца. До своей печальной гибели. Он по 4 лупит. Блин, была бы у меня... Была бы у меня не ложка, я бы выжил, наверное. О, появляется шанс, если выпадет двоечка. Ах, а если бы упало А, ну все ясно. Спасибо. Блин, спасибо. Классно. Вас убил Джиггернаут Левиафан. Вы нуб. Вот что мне говорит игра. И это действительно так. Не повезло мне чего-то сегодненько. Не хватило где-то реакции, не хватило где-то умений. Но можно будет попробовать еще. Пока на этом все, друзья. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока!